Неприятности заставляют нервничать? Я больше не могу. Бесконечные проблемы выводят из себя? Что я здесь делаю? Успокойтесь, ведь скоро выходные. Ну а премьеры на Еврокино помогут расслабиться и поднять настроение. Естественно. В каком году это было? Ты должен следить за дорогой. Теперь я не за рулем. Я сейчас очень устала. Обещаю, завтра я тебе все расскажу. Тогда давай ты. Слушай, Симон, я должен следить за дорогой. Нельзя делать два дела одновременно. Безумное путешествие еврейской семьи в фильме «Злоключения Симона Кинянского» в 19:00. Краткий курс выживания в незнакомой стране. Ты пожалеешь об этом, индейская сволочь. Нам не нужны здесь девчонки. География жизни в фильме «Северо-Восток» в 20:30. Две премьеры в субботу, 22 октября, на Еврокино.